Вакцинация препаратом «Спутник Ви» со вчерашнего дня идет полным ходом. В коридорах медучреждений люди встают в длинные очереди, чтобы скорее защитить себя от коронавируса. В 10-й поликлинике на Рыжкановке вчера иммунизировались 150 человек, и на сегодня было записано столько же. За сутки не зарегистрирован ни один случай выявления побочных эффектов, говорят врачи. Noi avem registru de alertă, adică de reclamația reacțiilor adverse. Noi informăm CSP-ul, adică Centrul de Sănătate Publică, referitor la reacțiile adverse și, evident, luăm măsurile care se impun conform stării la momentul de față. Reacții adverse semnalate de către pacienți noi nu am avut. Nu am avut nimeni ca să se plângă de vreo reacție adversă sau de vreo reacție post-vaccinală. Сейчас спутником вакцинируют только людей из группы риска, которые не хотели прививаться другими препаратами и ждали появления российской сыворотки в Молдове. Да, la momentul de față спутникul este destul de întrebat. Lumea a așteptat vaccinul dat și chiar este în masă venit la imunizare. La momentul de față chiar se imunizează foarte multă populație. Populația în etate, vârstnicii, de preferință aleg Sputnik V. У медработников, которые регистрируют вакцинировавшихся, даже на обед времени нет. Говорят, последние два дня народу хоть отбавляй. Да, la Sputnik astăzi sunt foarte mulți. Deci, în rând viu, așteaptă toți cu mare răbdare. Mai fac гологии, да, раста е. Когда и ломе мулта, аша се примерте. Люди говорят, что давно ждали возможности выбрать препарат, которому по тем или иным причинам доверяют. Вакцина из Спутник. Почему? Потому что Россия во все времена изготавливала хорошие вакцины и в наше детство, и в детство наших детей, и все помогало, и без последствий. Надеюсь, что и сейчас будет так. Вакцинируюсь спутником. Почему? Потому что верю бывшим советским врачам. Я вакцинировалась спутником ВИ. Ну, не знаю. Мне кажется, больше уверенности. Я вакцинируюсь вакциной спутник В. Почему? Потому чтобы не болеть. Потому что я переболела ковидом, и у меня была сильно сгущена кровь, и я боялась, слышала по телевидению информацию о том, что дает побочные эффекты, решила дождаться спутника. Всего в Молдову прибыло 142 тысячи вакцин «Спутник Ви». Процесс иммунизации этим препаратом начался вчера, и в первый же день им вакцинировали 1167 человек по всей республике.